Телеканал «Север» расширяет вещание. Новости, прямые эфиры, программы и фильмы теперь можно смотреть с помощью интернета. Специальное приложение позволяет быть в курсе новостей даже без привычной тарелки с ресивером. Оставаться со зрителем и рассказать о самом главном. Именно для этого телеканал «Север» переходит на новые способы вещания через интернет-приложение. Одна из новейших и современных платформ – Винтера ТВ. Приложение позволяет смотреть любимый телеканал в хорошем качестве и даже без телевизора. Вообще люди сейчас все ближе и ближе, там все меньше и меньше времени сесть перед телевизором, посмотреть его. Активно пользуют всяческого рода гаджеты, это планшеты, телефоны. Вот. Но если все-таки есть время посмотреть перед телевизором, это наш телеканал, то можно вот как раз подключить с помощью Винтера ТВ. Платформа Винтера ТВ позволяет смотреть телеканал «Север» на персональных компьютерах, интернет-ТВ-приставках, мобильных устройствах и смарт-телевизорах. Последние набирают популярность в нашем регионе. Да, они стали популярны, то есть есть возможность выйти в интернет, где есть множество различных приложений. И есть отличная возможность выйти в интернет и посмотреть ту или иную программу, любимую, в любое время. То есть более половины представленных моделей поддерживают функцию Smart. Вот. Больше всего это, конечно, относится к брендовым таким телевизорам, да, марки Panasonic, LG, Samsung, Philips. Чтобы загрузить приложение Винтера на смарт-телевизор или планшет, необходимо зайти на сайт телеканала trksever.ru. На главной странице нажать на баннер, где смотреть телеканал «Север». Открывшееся окно покажет все варианты вещания. Ссылка на адрес Винтера ТВ будет третьей сверху. На сайте мультиэкранной платформы вы сможете найти подробную инструкцию. По вопросам установки можно обратиться по телефону службы технической поддержки телеканала «Север» 429-00. Смотреть новости «Севера» можно и в приложении СПБ-ТВ. Ссылка на установку приложения также имеется на сайте телеканала. Для отдаленных поселений будет актуальным пакет НТВ+. У нас есть установка НТВ+. Это у нас раньше было такое. Но так как там не было программы «Севера», мы это убрали и купили «Триколор». Новости «Севера» всегда смотрели на «Триколоре». А теперь мы собираемся снова поставить НТВ+, так как все равно будем смотреть новости. О новостях, актуальных мнениях и событиях региона можно узнавать через IPTV ненецкой компании электросвязи и в сети кабельного телевидения ТСКОМ. В режиме реального времени телеканал вещает на сайте trksever.ru. Оставайтесь на севере. Валентина Чибичек, Роман Делимарский, телеканал «Север».